12 июля. Мы снимаем палата 513, 8 больница на Машмете. Палата рассчитана на 5 человек. 3 кровати по одной стороне с 3 точками доступа кислорода. И 2 точки доступа кислорода по другой стороне, но 3 кровати. Для того, чтобы расположить дополнительного, незапланированного по санпину пациента, ему принесли переносную точку кислорода, которая громыхает ночью, как только может. Как? Танк и трактор. Провод от этой тянется вот по палате в одну единственную розетку. Из-за этого мы можем заряжать свои телефоны только вот там вот, глубоко под кроватью. Горячей воды на этаже нет. Кран в палате не работает вовсе. Там просто нет в нем никакой воды. Туалет на 30 человек один. Питьевую воду нам приносят родственники. Репортаж номер 2, палата 513. Все то же место, 8 больница. Число сегодня тоже 12. Хочу показать, лежит женщина. 80-90% поражения легких. Она не может ходить в туалет. Стоит напротив стульчик. Стульчик убирается. Все хорошо, без претензий. Но руки ей помыть после этого стульчика, ну, никак нельзя. Вот. Воды нет. Она ложится назад с грязными руками. Принимает тут пищу. И ничего с этим поделать нельзя. Особенно хотелось бы показать ее руки. Вот. Это такое состояние. У нее полопалась кожа. Катетер поставить просит несколько дней. Его не ставят. Никто не подошел, не сделал компресс. В общем, вот в таком ужасающем положении. Без воды. Нельзя помыть руки. Лежат пациенты. В 8-й больнице. Отделение COVID-2. Ночью отбиваемся от тараканов. Они то дохлые, то живые. Постоянно тут шастают. Нюхи заедают. Понятно.